Убили гражданскую женщину, расстреляли полностью машину. Сын чудом остался живой. Они просто проезжали мимо. Они сказали остановиться, они остановились. Подняли руки вверх. Потом они приказали им лечь на землю. Они легли на землю, они просто расстреляли их. Кто они или какие? Они представлялись. Ну, были БТРы, был БТР... И там еще что-то, ну, все были в камуфляже. Где-то там говорят, что вроде бы в стороне Очеретина стреляли кого-то, вроде бы, что украинские силы ставили свои обязанности и хотели перейти, как они говорят, к сепаратистам. Вот это вся началась заваруха, все из-за этого. Там даже в здание попал снаряд, который разрушил дом. И не взорвавшийся. Рядышком возле этого дома на огороде просто были убитые солдаты. Они даже, по-моему, и сейчас там лежат. Их просто добивали. И кто они, неизвестно. Они били просто сами своих. Нам уже объявили, что вроде бы сегодня будет зачистка села. А от кого зачистка, неизвестно. У нас здесь нету никого, мирные люди. А от кого будут зачищать, просто непонятно.